И вот у нас 9 вечера и минус 2 на градуснике. Мои собачки-солнышки гуляют. Мы немножечко погуляем с ними. Я у малышей поубирала. Им там тепленько. Они сидят в домике, играются. А наши собачки гуляют по снегу. Очень холодно. Потому что минус 2 в Крыму — это очень холодно. У нас, еще раз повторю, большая влажность. Руки просто колеют. Вот, но собачки пока бегают, и мы немножечко погуляем. Сейчас попробую вам поснимать. Вроде бы свет на улице включила, и достаточно видно. Да? Ты весь в снегу, в снегу. Снежочки наш купидончик. Знаете, как веселятся Ялта и Инга, и вообще все гуляют. Так, кто сейчас будет стоять, того буду заводить. Нет, пока. А где наш космос? Кос! Космос. У, видите, какой ветер. О-о-о-о. Ой, пурга полетела, пурга полетела. Вот такая вот ветер лизенючий. Но пока они бегают. Да-да-да, гулять, гулять, зайчик. Елисейка. Шаганы, скажи, мне нипочем. Вот кому нипочем. Это шаганы. Петруня бежит. Сегодня у нас был ветеринар на дому. Чипировали малышей. Вот, зубы рвали. Значит, Марусе вырвали 2 клыка молочных, ей скоро год. Кстати, ветеринар не стал рвать 7-месячной этой Инге. Я хотела ее вырвать, он сказал, рано, нельзя раньше времени рвать, иначе можно нарушить корневую систему в коренном зубе. Вот, я так, знаете, думала, заодно. Вот, пробовала сегодня там посмотреть зубики Лёли, то же самое, она сказала попозже немножечко, так что такие дела, вот такие у нас дела сегодня были на дому, важные, нужные, осматривали и туальку, у нее такие бородавочки появились, как папилломки, вот тоже назначили ей лечение, ну, сказала, это побочка от кастрации, наша туаль кастрирована по показанию врача, у нее была, у нее не было ни пиометра, у нее лопнула киста, и она не рожала никогда, поэтому меня многие спрашивают. Все это нас очень сильно разочаровало. Наша Этуаль — двукратный юный чемпион России в РКФ и в альтернативе вскоре. Выставочная у нас. На нее были огромные планы. А сейчас это собака для души, любви, для обожания. Как называется, то мне говорят. Оставьте для любви, для души. У меня для души, ребята, все мои собаки, абсолютно. Ритуально первая любовь для души. Вот. А так я всех своих собак люблю. Я не могу понять, как можно любить одну собаку. Кто-то не понимает, как можно любить много, а я не понимаю, как можно любить и иметь одну. Либо ни одну. Ни одну — это вообще непонятно для меня. Так, а где наша Рада? Рада, космос не вижу. Космосик, ты замерз. Так, космоса давай заведу. Кто хочет зайти, сейчас мама откроет. И тут приклеишься еще, приморозишься. Давайте я вот так сделаю. Давай, давай, давай. Кто хочет, зайдет. Сейчас я дверку открою. Они сейчас все зайдут. Нет, не погуляю там. Давайте мама откроет вам. Давайте в тепленький домик. Быстрее, быстрее лапки греть. Бегом. Чуть-чуть сейчас проветрится как раз. Ничего страшного. Да, гулять, гулять. Что такое? Что такое? Ролечка, давайте, кто хочет. Вот видите, кто хочет. А космос не хочет. Ну, заходите. Рада не хочет. Маруськин. Ты... А Маруся меня сегодня просто покорила своим поведением. Она такая умница, она вообще, я думала, она будет плохо себя вести. Ты, мама в шапке, я шапку одела, капюшон. Она говорит, ты меня не узнала, да? Ты умница, она такая умница. Хочу напомнить, что наш врач молочные зубы удаляет без всякого наркоза, и все это у нее слаженно получается. И Маруся вытерпела, такая прям даже не пикнула. Я думала, она там будет сопротивляться. Вообще, я прям удивилась. Она такая у нас своенравная. Маруська, ты меня прям сегодня покорила, моя девочка. Шаганы мы тоже удаляли молочные зубы. У пуделей тоже они. У нее такие были клыки. Все собаки. Практически все. По всем хоть один зуб удаляли. Купидону удаляли. Вот точно помню, что у Геры мы не удаляли. У нее сами выпали. Но это редко бывает. Ой, ой, снег кто кушает. Снежные крымские собаки. За хвост. Вот же игра, а. Так, идите сюда. Бегом. Ялта.
Герочка, дверь открыта, если что, девчонки, вон, идите. Или они уже зашли, я не вижу. Нет, вон они, Бажена летает, и моя солнышко. Снежок валит, ну, ой-ой-ой, дождались, дождались. Так, вон они, Ялта, Ялта, бегом-бегом-бегом, девочки! Да ты что там, такие гонки вон они. Ой, как им нравится, видите? Кстати, между прочим, кто не хотел? Петруша не хотел тогда выходить. Кто-то не хотел, я не помню. Ялте сразу понравилось. Ты что, обратный чих делаешь, Петруша? Заходим, заходим, девочки. Ну, мы не заходим, но хочу их подать. Сейчас сын с работы придет. Ворота будет открывать. Так, бегом, бегом, бегом. Петруша, ах же, веселье такое. А, иди сюда, Елисейка. Иди погуляй, ну не понял, что дверь открыта. Иди, иди, можно, можно. Вот они, прилетели мои собаки. Кому интересно, гуляйте с нами. У меня рука просто все колом. Пальцы замерзли, но ничего, еще пока снимаю, 5 минут. 5 минут, все. Да, это уже Верни. Ой, ой, давайте. А я их вот так выпускаю здесь бывает. Пока убираю в любую погоду. Так что мы такие закаленные тоже. Вот это шаганы у нас одетая, да? Скажи, у меня шубка такая. Такая шубка, что она греет. Да. Ой, а малыши там что вытворяют? Веселятся, я фанту туда. А я сейчас, мы сегодня занимались мясом. Готовили наше. Хотела снять, ну, ребят, что буду каждый раз снимать. Готовили. Сегодня у нас ставритка черноморская. Как-то купила, заморозила. Два раза перемололи. Потом сегодня желудочки куриные, голова, обрезь говяжья. Что у нас там? Костная куриная. Шеи куриные, как обычно. А что еще у нас там? Желудок. Желудок. Сегодня было много хорошего желудка. И у нас в холодильнике мы наморозили столько... Ну, вот морковь, как всегда, мы купили 5 килограммов вчера. В общем, у меня получилось 21, немного, 21 пакетик, где-то по кило 200, сколько там, килограмм 30, да? Чика вышла, чика. Гулять, гулять, гулять. Давайте сюда. Бегом, бегом, заходи, шаганы. Вот, здесь постоят, расскажу сейчас. Пусть они здесь пошарятся. Давайте, хотите бегать? Ну, выходите, выходите. Сабина идет. Ну, иди сюда, Сабинка. Они знают, что здесь. Они знают. Вот, и мы наморозили овощей, ой, овощей, фруктов. У нас домашнее яблочко. Ну, давайте, гуляем, гуляем, гуляем. Гулям, гулям. Я хочу, чтобы Ялта побегала. Они так хорошо гуляют. Давайте, гулять, шаганы. Давай, Гера, кто хочет. Петруша, выходи. А, так. О, бабушка пришла. И мы не пользуем, мы не варим компоты, яблочко, груша. И сегодня мы добавили замороженное. Достала и перемололи туда. Я говорю, блин, мы не знали, куда деть эти яблочки. Валяются по всему холодильнику эти груши. А сейчас все добавила, не знаю, сколько там, 3 пакетика таких больших. Мы добавили в мяско. Так что у нас они уже сегодня покушали. Мяско новое, так нюхали. Видимо, что-то поняли, что-то новенькое добавили. Может, рыбка другой запах дала. Вот так что такие дела. Открой, открой, открой. Я им разрешаю. Потому что холодно. Космос не хочет, а это... У меня рука просто так замерзла. Пусть чуть побегают. Они так веселятся. Вот Ялта, ты что, вон они. Да 2 минуты еще вот. Сейчас у меня рука, я уже телефон не могу держать. Ох, как холодно. А Купидону все равно. Купидона братик Леми передает всегда привет с Подмосковья. И он говорит, тоже так гуляет с удовольствием. А Купидон прям тоже по снегу. Снег ест. Никто не ест, один он ест. Вон дети как веселятся. А этот вернисаж космоса, вот эта копия космоса. Он заходит, выходит, заходит, выходит. А вот эти вот точно меховые девки. Да хорошо играют. Чикуси тоже нипочем. Нормально, скажи, да, Чика? Чикочки наши уже 13-й год. Кстати, у нас завтра огромный праздник. Вот этой королевы завтра день варенья. Смотрите, играется Бинка. А Этуаль, мы сейчас тоже Этуаль гуляла. Мы с Пипой здесь гоняли. Так что Сабины завтра исполнится 8 лет. Будем поздравлять тебя. Я сегодня писала списки, взяла тетрадь свою и расписала на год вакцинацию, ну, собственных собак. И прописала, кто в каком месяце родился. Ветеринарные паспорта взяла, повыписывала, чтобы потом не это, не сбиться, кому когда, ну, от прививок там отталкиваемся от вакцинации. Кому-то через год, кому-то через год и два, смотря чем привиты. Ну, в общем, и у нас каждый месяц есть день рождения. Там, по-моему, в апреле только у нас одна Артюша. И еще в какой-то месяц у нас один кто-то. В октябре, что ли. А так по 3 и 5. У нас в сентябре, оказывается, много. Так что сегодня у меня была такая работа. Ай, важная.
чтобы не забыть по прививкам, по глистованию, все же записываешь, паспорта, ну, в любом случае, не запутаться, не пропустить вакцинацию, да? Потому что еще кто-то беременный, кто-то кормящий. Вон Раду надо прививать. Вот сейчас сегодня она забежала, на нее как налетели. Не только ее четверо, и все, и большие, и маленькие, все ее сосали. Вот у нее там молока нет, но что-то еще высасывают. Прививать нельзя, пока полностью не подтянутся. Так, все, у меня руки замерзли. Какая-то прогулка такая получилась. И, кстати, хорошо видно достаточно. Вон свет включили во дворе, снег валит. Он такой, ой, сухой. Ой, не могу, руки замерзли. В общем, вот такая вот, рассказала вам наши сегодняшние дела важные. Важные. Что, заходим, наверное? Давайте заходим. Все, до новых видео, до новых встреч. А Чика здесь, вон летит. Всем пока. Домашний питомник Остробула всем передает вечерний привет. Все, пока-пока. Сабина, ты заходишь. Сабина, кстати, между прочим, в такую холодную погоду спит у бабушки в комнате. Да? Охраняйте сами.